Один берет правой рукой, другой левой. Отворот вот здесь. Я правый, он левый. Я правый, он левый. Вот посмотрите еще раз. Вот. Я долго буду ждать. Отворот. Да. В ту сторону вы будете делать. У вас нет. Оба взяли с одной стороны. Нет, другой рукой возьмите. Да. Ты туда делаешь, и ты туда. Да, готовы? Аджина, пошли. Раз, первый, второй, первый, второй. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, куда? Десять. А ты? Я не понял, это что такое? Мне не надо закладывать. Чей поезд? Где пояс валяется? Да. А нет. Все пояса, что были одеты. Пояс это как трусы. Да, это личная вещь. Пояс. Надо еще здесь написать, например. Как там, у Тома Сережи. Что это твой пояс. Выше серебро. А если вы ходите в белом поясе, как новички, то, конечно, тяжело. Никакого уважения нет. Только занимаюсь. 6 лет, все делаю поясом. Я только сейчас его делаю. Они будут думать, что он на новичок, когда кинет, они удивятся. То он кинет? Я вот. Ну, подергаешь новичок. Я этим подергаю. Да, да. Встали, приготовились. Другой рукой взяли. Девочки, вы бросаете вправо, влево, пошли. Аджуме, раз, два, три, четыре. Катарин, простые задние подножку. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Мате, сели на колени. Так, вот эти две пары. Девочки, сюда. Катарин, сюда. Вместе с Алексом. Так, там, перейдите туда. Еще, еще, еще. Давай, быстрее переходи. Что? Пошли, посмотрели, сил нет уже. В театр посмотрели, сил нет уже. 3 дня отдыхали. Вы сюда. А, нет, ты сам отстрелил. Вы так, ты сюда чуть побить. Боремся в партере. Боремся в партере. Готовы? И дискотека была. Вот сюда. Вот сюда. Партеры. Вот сюда. Сели. Одаренные дети. Даня, уйди дальше. Даня, туда, да. Все, боремся в партере. Что, его уже разогрели? Джим, пошли. Молодец взял, ноги перевернул, а другую руку перекрыл, ногу перекрыл и перевернулся на ногу.
Матея! Головой туда, ноги сюда. А что у тебя все время разговаривает? Он ужас таки не хочет. Ложись на спину. Куда голову? Еще раз напоминаю. Удержание. 10 секунд позади, 20 секунд, чистая победа. Такое. Если мы сверху на животе сидим, со стороны головы, отсюда, если мы держим спиной, не держите ногу, то вас задушат. Поэтому за штанину нужно брать, за штанину. Вот эти вот. Дальше. Отсюда болевой прием на локтевой сустав. То есть нельзя здесь ломать этот. Так. И с любого момента иди сюда. Между ног. Значит, отсюда убирает руку. Сюда. Значит, удушающий ногами. Раз, два. И отсюда. На болевой, когда переходим, болевой отсюда можно делать. Удушающий. Вот такой, такой, отсюда, сядь. Так, отсюда. И так тоже можно делать. И так можно делать. Нельзя только пальцами дышать. Да, и вот такое удушение, которое есть во всех, видите, отсюда. Отсюда делать нельзя. Все, готовы? Сели спиной друг к другу. Спиной друг к другу. Спасибо.
Да, я еще с убью светила. Я еще не стану.
Вот через эту руку делаешь, через коллег, ну то, что он называет. А, я здесь сразу брать рейтинг. Вот через эту руку. А он делает это. Да, вот это. Сразу потом через раз. Нет. Через первый совет? Да. Спину с колен.
Так, все ушли, сели, кроме. Раз, два, три. Вы втроем сюда. Заправиться. Так, остальные сейчас бороться будут. Да, вы садитесь, да. Ква-ква-ква. Так, кого я не вижу? Колю не вижу. Ну, все вроде бы. И свисай, который у меня. Коля. А, Чезара. Коля у меня Коля. И Игоря. Так. Еще раз напоминаю. Каждую тренировку буду спрашивать, в каком весе. Затем я беру палки. Подвожу к весам. Взвешиваю. Если там 3 килограмма, бью. Если что? Если 3 килограмма, а ты там 66, а там 69, значит я бью. 76, а там 73. Бью. И что ты улыбаешься? Просто так идти на соревнования, чтобы упасть, мне это не надо. Я это делаю специально, знаешь, жрут и говорят, вес меньше, а потом, ой, я не помню, бросить. Ты понимаешь, что такое вес сбрасывать? Ты не понимаешь. Потому что ты не пробовал. А у меня, будем говорить так, с класса 9, я постоянно гонял вес. 3 килограмма, 4, 5, 6, это еще так, средний. Но 2 килограмма постоянно. Если у меня был вес 71, у меня был вес 74. Постоянно гонял вес. Потому что выходить с теми, кто в 2 раза сильнее, в 2 раза больше вес, не имело смысла. Хотя я не боялся, я боролся и с тяжами, 100 грамм, 120, но это совсем другое. Так. Сейчас. А это что такое? Это что такое? Ну, 6 ковра. Ага, вам. Вы встали. А в тот месте еще не заправлен. Так, значит, я завтра не смогу подойти, а подойду в среду. Я постараюсь позвонить. Ты мне свой телефон дал? Вот я и не помню. Выйдешь, когда позвони. Если там отзовется, я посмотрю и позвоню той женщине, чтобы она как бы это сюда ближе. Как ее зовут? Дана, которая тем самым. Никулина. Дана Никулина, да? Которая на контейне на столовой. Да, Никулина. Не та женщина тебе говорила, а кто что там мог сказать? Да, Шенцов. Так, кто этот самый? Там есть такой он. Бубу-бубан. Он ходит вместо него. До конца месяца. Значит, Сэбу, ты вместе с ними кушаешь? С кем? Ты ходишь кушать? Денис, Бескон. Да. Бескон. Они не с нами кушают, а с Владом. Ну как? С кем? С Владом. С Владом. А, ты будешь большими, да? А какой у вас? Он седьмой. А, так он с нами, да. Ну? Я с Владом. Ты даже не знаешь, с кем ты кушаешь. Вот они кушают. Ты 2 раза ходишь, я понял. После четвертого. Я понял. Ну я тебя видел, вы. Как видел? Ну мы с тобой здоровы. Он даже не знает, с кем. А я 2 раза не кушал. Ну так ты с Владом кушаешь, 6. Я офигели. Так, ладно, извини. Все, вам, Алинерия. Дреб. Рэп, все, вы домой, а твой Максим пока сегодня не пришел, я смотрю. Все, домой. Так ботный решет нет. Да. А? Ботный решет не в нашей. Его нарисовал. Нет, ботный Леон. Вот такой. И собрался, и хорялся.
чем... Госмой, госмой. А-а-а! Так ваш дом артитот? Ну, я пока не могу выиграть его. Но я уже лицовный принял. Патаны! Так. Этот, душу выходи. Ты заправлю? Так, сыр рисун туда. Туда в конце. Так. Вот тут? Да. Смотри. Так, ты будешь бороться против. Yeah.
Все разговоры. Из-за души. Не нужно. До тебя пока не слышишь. Матей! Следующее. Если остается, бутылка остается. Аджимен! Аджимен! Бороться, бороться. Вы боретесь одну минуту 45 секунд. Активнее просто надо. Не обязательно бросить, замучить. Просто замучить. Макароны носят на руках. Базарик. Проиграл. Да, проиграл базарик. Почему я не басак? Вот я сейчас я побежал. Я Голову держи, голову держи. Дай. Три. Кто делает удержание, тот считает. Ну вот, значит. Сверху работает, сверху работает. Матей, следующее.
Готов, стой, кур. Стой, кур. Давай, давай. На компетенциях же все русы. Да хватит поправляться, девочки, что ли. Давай бороться. Давай, гус. У тебя на шампах хотите. Да. Ты спил с кремом, да, сейчас, конечно. Время делать дело. Молодец. Улица же понравилась. Ай! И что? Кто ставит прямую ногу? Сами. Надо сюда и сюда цеплять. Сами. Люк, что ты дашь? Люк, что ты можешь? Матэр, вперед, что ты сидишь? Вперед, бороться. Не надо отдыхать, вперед! Поменялись. Пошли. Пошли, пошли сразу! Oh!
Шапте! Шапте! Оп! Ну! Тисти! Уно! Двое! Три! Патру! Чинь! Шапте! Шапте! Оп! Ну! Дальше! Уно! Двое! Три! Патру! Чинь! Шапте! Смотри, Катарин! Шапте! Оп! Ну! Запусти! Уно! Двое! Три! Патру! Чинь! Шапте! Шапте! Оп! Ну! Оп, ну, здесь, уно, двое, три, патру, четыре, четыре, оп, ну, супер, один, спасибо, крутка, братцы, что упал? Что с ним? Направились? Так. Бурдужа, Бутук, Абадий, возьмешь мы здесь в оружие. И этот. И Миша, все, ты свободен. Церковь, туда. Сюда. Туда. Рисуй туда. Остальные уж висели. Так, Виктор. Да. Будет бороться против Сырбо. Рисун. Пришел туда. Да. Вот, вот там вот лежит синий. А, хорошо, стыдно. Так. Бутук, все, можете домой. Да, я тоже. Можете качаться или домой. Ты, Абаби и Миша. Где Миша? Буха. Вот. Все, вы свободны. Так, здесь. Без поля лежа? Тут. Тут Лилию сюда. Боря сюда. Артур сюда. Так. Кто там сидит у меня? Чего вы сидите? Я сейчас. А, вы передыхали? Умираете, что ли? Хорошо. Мало, значит. Так, сюда. Сюда. Артур. Сюда. Сюда, Артур. Так, будешь бороться с Данилом. И будешь бороться с этим. Да, с ним. Ты переходишь сюда. Значит, еще раз, Денис, я тебя прошу. Он не должен. Еще раз, послушай меня. Он должен при бросках остаться целым, чтобы ничего не болело. Послушай меня еще раз. Ему некому платить. За то, чтобы лечиться, некому платить. Поэтому еще раз, чтобы он руку не выставил, чтобы он на голову не упал, чтобы он на него не упал. То есть борись аккуратно, бросай, нет проблем. Еще раз, не нервничай. Так, здесь. Андрей Петрович, сюда. Готов? Да, еще мы. Андрюша, готовы? Да. Хаджеры. Виктор, стоп! Стоп! Все стоп, старые, смотрим на меня. Еще раз, пацаны. Здесь вы боретесь. У нас есть здесь озера республики под Дудом. Нет. Есть здесь ребята, которые пятое место. Это Бурдужа была. Остальные пока на республике очень тяжело. Мы участвуем.
Виктор, ты смотри, делаешь раз, два, три. Будешь на республике, ты уже улетел. Ты после первого шага уже улетаешь. Здесь ты не улетаешь, потому что готовься там бороться, там. Зачем просто так прыгать? Еще раз показываю. Хочешь делать, идти вперед, делай раз, два. Раз, два. А если ты берешь отсюда, делаешь шаг, все, ты пролетел. Ты стоишь в правой стойке, делаешь шаг левой ногой. Руки, смотри, смотри как. Все, замерзли, бросим. Ты когда борешься, там ребята сильные, и ты только, еще раз, ты только подумал сделать шаг, а он уже прочувствовал, тебя бросил в ту сторону. Борцы иногда борются с закрытыми глазами. Закрытыми глазами для того, чтобы чувствовать боевые. Вот ты стоишь, ты раз, только вот это движение, он по рукам, по всему сразу, сразу туда тебя бросает. Понимаете? Ладно, ты упал. Главное, чтобы не травмировать. Джек! Даже если тянет, все равно не беги за ним. Лучше. Матея, следующий. Разброс на бой. Так. Вот так и держать. Раз, два, три. Все, повтори. Видишь, идти не можешь. Есть, молодец, Саша. Так я. Нет, нет, никто не должен. Возьми. Боюсь, что это даже ему мое. Так, стоп, пацаны. Идите сюда. Ты мне мешаешь. Значит, чуть-чуть отойдите. Значит, хотите побороться? Да? Стоп. Значит, давайте так. Сделайте. Все это отжимание, все это отжимание, приседание здесь, пресс отжимание здесь, приседание здесь, и все это отжимание. А уже завтра мы поговорим больше. Так, пожалуйста. Мальчики, сели, 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 сели. Просто камеру снимаю. Здесь приседание, а здесь пресс и отжимание. Еще раз. Партере 5-6 секунд. Саша, стойко. Вот так руку ставишь, Саша, сразу болевой получишь. Смотри, ставишь, а потом к себе. Матея, следующее. А у меня нет, Виктора. Матея. Давай, сестру. Маша? Да. Ай. Пошли, хорошо, все. Сразу раз поменялись и все, не заправились и сели. Артур, мотай. Все, что
тебе неприятно. Вот. Матея, что? Матея, встали. Послушайте меня внимательно. Когда вы боретесь, смотрите, когда вы боретесь, и если вы берете захват, и сопернику этот захват не нравится, значит, надо постоянно этот захват брать. Постоянно эти действия. Я понимаю, там локтем по зубам это нельзя, там, палец в задницу, там, все что-то. Но, если вы берете захват, ему не нравится, он срывает, все время берите. Значит, он не может там работать. Акцент. Забраться сразу за ковровое, Денис, не буду.
Я не вижу твой корон. Вот я вижу у Саши. Он бывает через грудь делает. У Андрея я знаю, что он любит заднюю делать, заднюю переднюю. У Артура он такую вонючку в бок делает. Ну, хоть что-то. А у тебя я не вижу. Я тебя вижу, вот чуть-чуть показал. А как называется вот это? Если ты подбиваешь ноги в ягод, это называется подхват под вены. Но это тяжелый подхват. Под одно, конечно, получше. Но это тоже нормально. Ты высокий. Джек! О! Красавец! Денис, Денис, стой, Денис. Ну, что? Ты выходишь в бороться. Я понимаю, что он не такой сильный. Да? Вот посмотри. Все, что ты делаешь здесь, один раз, второй раз, третий, четвертый, ты привыкаешь к этому. И ты так и выходишь. То есть ты не готовишь. Ты вот так, ты видишь, знаешь, что выиграешь? А там ты привыкнешь к этому. Да, ну, супер. И все. Уже, ты уже готов. Да, вот смотри тебя. А ты ходишь? Да. А ты привыкаешь к этому? Ну, ходишь там сам. Мальчик, уйдите от камеры. Красивый, красивый. Я сфотографирую тебя. Именно. Ну как до конца, до конца. Вот. Базарик вон. Есть базарик. Есть нет удержания. Матей! Следующий. Хаджин. Дальний живой. Молодец, умница. Да? Его. Все, отдай на рука. Сюда, Артур. Низко стоишь. Но! Оценки нет. Ну, молодец, хорошо, забег. Но! Не дай, не дай, люди. Матея! Следующее. Да, впереди туда. Лоренцию сюда. Можно? Хочу. Я совершенно здесь, а ты здесь будешь. Хочу, да? Мальчики, не ходите перед камерой, с той стороны. До конца. Зафиксируйте внимание. Стоп! Иди сюда. Зафиксируйте.
полюбил пешком, и во время пешком, и пешком, и пешком, и пешком, и пешком, и пешком, и отлично, Саня, до конца! Вот, оценочка, молодец. Можно вставать, ты тоже ничего не сделаешь. Давай, Даник через грудь. Ему не получится. Получится. Возьми за пояс. Пояс бери. Не трогай. Пояс возьми. Нет. Не беги на него. Пояс просто надо взять. Просто брыль. Ну, дай. А ты поменялись. Разрешите нас. Да. Разрешите нас. Так. Мы вдвоем. Сейчас я посмотрю. А ты мне? Да. Вот он подсекает. Бедро надо сразу или перепотеть, или бедро. Стоп! Молодец. Сразу надо только подсек. Ногу убрал и бедри. Красавец. А? Хорошо, если япон, а если до зале? Ты, смотри. Топ. Топ, вот так. Сейчас мы будем, что отойдет. Не так, что же я подсечку. Еще раз. Возьми у меня. Щиток надо. Щиток. Нет, 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 не такое. Это фигня. Саша, Даня, идите сюда, смотрите. Кто посильнее? Левую, да? Но до конца. Рискон. Кто посильнее? Саша или левую? Левую, Саша. Нет. Хорошо. Саша, иди к рискону. Опять. Виктор, сырку мы опять. Он под руку опустит. Раз.
делать сзади предложительного движения. Вот, видишь, у меня ноги не имеют. Вот. Так, стоп, мотер, подшива круг ковра. Не, ступите с Андреем, я там тебя купил. Ну, прям жесткий был. Жесткий. Щиток, ставите на ногу, вот та нога, которая впереди. Да у меня есть вот такие скейтбоксы, они в дом. Снимай, давай, да. Вот. И, так, надо обязательно брать. Вы знаете, настучали по ноге, она пухает, блин. Если у вас красная нога, температура, значит воспаление надкосница. Воспаление надкосница, это значит, уколов 20 надо получить. И не 3, 4. Нет, он подсечку подбирает, что он несколько дней. Вот правильно делать, потому что вы делаете, и он делает. Я вам чуть-чуть учил, я не могу все научить сразу. До свидания. До свидания, мальчики. Все заправились. Вот здесь построились. Завтра... Нет, возьмите, пожалуйста, лицом ко мне. Значит, у меня одна большая просьба. Завтра вы чуть-чуть делаете свои броски и свой любимый бросок. Коронный. Я понимаю, может быть, не получаться, но вы стараетесь делать как можно больше. И если вы хотите спросить, Леонид Анатольевич, пойдет ли мне этот бросок или нет? Потому что мельницу, я получил травму, стал делать другой бросок. То есть я делал вот этот заднюю подножку, подхват, но заднюю боюсь, потому что сели на колено, и я побоялся, боюсь. Значит, я думаю, какой прием? Чтобы туда не лезть, это мельница. У нас было разрешено с тобой так. Ребята, полгода я делал бросок мельницы, ничего не получалось. Ничего не получалось. Делал, потом один раз как-то, бам, и бросил. И то бросок был какой? У нас была оценка, если падаешь на попу, это кока. Ой, нет, йока. Нет, кока. На попу. Это кока, а на бок юка. А если на бок лицом вверх, это вазари. У меня не было япона, но у меня было другое. То есть я ходил, вот как вам делают. Раз. И переходил на удержание. Кока или юка. До свидания. До свидания. И удержание. То есть я себе, я старался... Мальчики, полгода ничего не получалось. Вы для того, чтобы просто так не делать, поговорите. Значит, еще раз. И, конечно, это нужно проверять и на своих, и там, на чужих. Это каникулы. Там идут обычно тренировки два раза в день. Ну, как бы я уже устал просить вас. Я бы его, хотите отдохнуть, это. Вот. Вот сейчас сборы, например, я могу сделать, я могу не сделать. Как ну, в прошлом году? Ну тогда да, там... Тренер. Несколько раз приезжали тренер. Да. Только не в манеже. Мы будем бороться с... В манеже были. Или в манеже. В манеже, да. В манеже будут соревнования, а на ботанике будет сбор. В Олимпии? Да. Поэтому посмотрим. И еще, конечно, тяжело. Потом, когда получается коронный прием, то я его назову твоим именем. Да. Вот Саша через грудь бросает. Значит, через грудь. Его это бросок бо. Не боли, а бо. Потому что он не каждый раз делает. А если он выйдет, так этому сделаю. Вышел. Все сделал для того, чтобы залезли на заднюю подножку. И дал через грудь. И все. Чучело бросаешь после тренировки? Да. Ты говоришь, сейчас вот бросаю. Да, например, 10 бросков. Сейчас этого пика. А сейчас бурдужу бросаю. И бросать нужно не только в одну сторону, вправо и влево. И даже. Даже разные, смотри внимательно, разные броски через грудь есть. Вот ты берешь его и бросаешь до свидания. Если он цепляется за эту ногу,
бросать с этой ногой. А если он цепляется за эту ногу, ты должен с этой ногой побросать. Учиться. Да. Все. До свидания. Можно ответить? Да. Не больно, Даня? Нет, жалко. Понятно.